Всем здорово, с вами Фанни. Мы играем в Хьюстон, чем-то похоже на Хьюстон, у нас проблемы. И я прошел обучение, и это второй на нашем пути человечек. Сейчас мы его устраним. Нет человека, нет проблем. Сайна и Милхаусмана Шторм. Гомер Симпсон. А он скажет, ну что бы случилось? Сайна, приготовься сразиться с могущественным Милхаусом Манашторма. Да, очкастым убрём. Плохо все будет. Что? Я хотел ходить первым. Ну, молодец. Кто тебе мешал? Дело сделано. Что это еще за существо? Мурлок? Бля, ну серьезно, мурлок налетчик. Я тебе сейчас посмеюсь. Ой, какая потрясающая карта. Ну подожди, я только подкоплю ману. Моя мана восстановилась. Еблище, на! Хватит меня атаковать! Я пытаюсь выиграть! Какой-то странный человечек. И вот еще один кристалл маны! Че? Ух ты! Ты знаешь, чем это пахнет? И чем же? Победой! Смысла нету. Я этим займусь! Но. Эй, усы не трогай! Да я их первыми обрежу, они мне не нравятся. Тебе это понравится! Может, давай ты будешь кого-то выживать? Охереть! Молодец, да. Так, что взять? За три, потом за единицу. Возьму-ка я обниму это все. На! Бей сильно и быстро! Вот я наберу 10 кристаллов маны. Та! Ух ты, берет карту. Что-то знакомое, по-моему, у меня точно такое же. Быстрее! Мне не терпится разыграть эту карту. Ага. Отли. Бей сильно и быстро! Надеюсь, тебе нравится рак! Прям в бошку. Ой, где из-за девушек вообще бить? Попалась, блин, думал, мужичка убьют каких-то. А мы я еще этим займусь. Красиво так раз, и у этого раз так. А потом мы так... никого нету. Куда? Так раз. Его порубил крокодил. Тут говорить нечего. Я выиграл. Инженер новичок. Мои адвокаты с тобой свяжутся. Хранитель истории. Чё? Ничего. Чё? Ничего. Чё он меня спрашивает? Чё? А, Джайна, рад видеть тебя. Хранитель истории Чо. Покажи, чему ты научилась. Я не буду поддаваться. Отлично, превосходно. Я плохо обращаюсь с мечами и стрелами. Но у меня много друзей. Да, хранитель истории. Или кто, наверное.
у два урона не получил. Порой поражение от победы отделяет всего один удар. Мое почтение, старейшина. Так, и что мы будем делать? Мы, наверное, пойдем сейчас на рейд. Так. И в лицо. Спокойно. Ой, кракомотина. Ой. Лицо ему две атаки. Да, хранители истории. О! Надо было его изничтожать. На, тут что-то он разбушевался, петушок. Ха-ха-ха, тебе меня не достать. Пока да, но твоя очередь придет, когда я покончу с твоими существами. Да. О, выберите две карты, это хорошая карта. Ну, наконец-то хоть что-то хорошее. А, еще такое даже. Сильно и быстро. Ну. О, ты многое умеешь. Ч. Мои друзья умеют лечить, не только убивать. Кто хотел увидеть? Ч. Как вам вот такое? Ой-ой-ой-ой, поспешил. Ладно. Это убью его. И сильно, и быстро. Страх ведет к злости. Злость ведет к ненависти. А ненависть приводит к расстройству желудка. Война так, должна если... быть последним средством. Ты наивен, хранитель истории. Возможно. Знает, что... Твое могущество велико, Джайр. Ча! Пропал-то, короче. Ты настоящий мастер. Садик на волке. Ты оказал мне честь, хранитель истории. Король Мукла. Хранитель истории, че, ну боже мой. Сколько вы мне считаете, чтобы таких лохов не побеждать? Ну, это, ребятки, легко. Рэна и король Мукла. Кинг-Конг. По-любому. Отвечаю. Это же король Мукла. Атакуем его, пока он один. Пока. Ну я что? Зачем эти обезьяны бросают в меня бананы? Oh.
прокачаны. Надоедливые мартышки. Это все, что ты можешь, Мукла? Кидаться Чтобы разыграть эту карту, мне нужно больше маны. И все. О. Спуститься на хуре воду и кабину. Хотел увидеть. Бесишь. Убери эту обезьяну, чтобы я могла покончить с Муклой. Подожди. Куда мы торопимся? Что зря нам бананы давали? Что ж ты такой противный-то? Ух ты! Знаешь, что мне это не нравится? Нет? Вот чёрт знает. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Не-не-не. Я уже все продумал. На. Ты это слышишь? Ёшки! Мне нужен провокатор, чтобы отвлечь эту гигантскую гориллу. Лучше покончим с Муклой. Ты... Еще бочки бросает. О, две карты. Вот и все. Я не хочу этого брата старшего. Сестра, стой. Превращать выбранное существо в овцу 1-1-4. Мне кажется, мы еще встретимся с Муклой. Тю. Хеминг Эрнест Уэй. Ой, врать-то все так могут. Расправьте своего существа, не на чем победить вас. Какой ты милашка! Следи за языком. Что? Не смей так говорить со стариной Хемингом! Ха, я буду ходить первым. Зато я возьму еще одну карту. Славно! Потому что она тебе понадобится. Фак. Я не хотел. Хотел первым ходить сразу к этому призыву. Это все напоминает мне о том, как я охотился на огромного тигра Пангалаш. Загоним зверя! Ох, ну хоть рывка нету.
По-любому. Выпрыгнуть вперед. Я сделаю из него трофей. Ты, наверное, привыкла сражаться против существ. Но Хеминг привык полагаться на себя. Козлин. Я тоже кое-чего умею, дворф. Единица здоровья? Идеальная цель. Я готов выступать. Признайся, ты читала мою книгу «Зеленые холмы тернистой долины»? Я этим займусь. А тебя рогата нет, о чем ты занялся? Сосёшь-то. Готов, голубчик. Эх, может мне снова начать писать? Чё надо? Так 1-1. 3-1 так. 2-5, да, я думаю. Что есть? Оружию! Что, что мы сделаем вот так? Трепещи перед моим огромным существом! Ёшкин-кошкин, ты чё тут? Как бы мне избавиться от этого монстра? Сейчас мы всё придумаем. Вот так. Ты шутишь? Итак, я сейчас призову. Зачем мне готово. А чтобы мне этого не вынес. Ай-яй-яй, прибыл на этого ничего. Нет, Павлоса. Вот. Козлина, еще я задеть урон. Нихера себе. Итак, что мы можем сделать? Мы можем сделать. Да мы все можем сделать. Так. Вот так еще. Я готов выступать. Кажется, что меня бесит. Займу. Еще и так мне подкинул. На. Ты смотри, какой умный. Они даже не узнают, что я. Обожаю охоту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как же мне бить? Не лезь на крыльки! Да, выбирай две карты. Это выбери, пожалуй. Отлично. Вообще классно. Ой-ой-ой, промазала. Атаковать провокатора. Сейчас мы с ним разделаем. Не лезь на кольцо. Охотник на ножку в рух. Загоним зверя.
Ой, еще и выберу карту. Кто это ж вообще для меня? Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Мне не нравится моя душа. О! Фак! Я забыл. Но. Специальный прощатель. Ну, за выборы. Две единицы урона. Опа. Опа. Ну, хотел увидеть. Так, если я его убью, то у нас там еще одна выстрелится. Этот мой. Ладно. Ну, я должна атаковать провокатор. Это провокатор! Обсчитался я уже. Сейчас двое мне в лицо. Еще этот провокатор будет. О! О! Это просто. Все! Все! Все, вот и все! Победа! Жена ракетчица, правильно. Твое сафари подошло к концу, Эрнест Уэй. Или да, ярость бури, видно. Видно, мамка ему дала хорошее имя. Шайна! И... Или да, ярость бури! Угу. Да что ты говоришь? Я только что сыграла 5 партий. Мне нечего разыграть за один кристалл маны. Это будет забавно. Чувствуй ненависть 10 000 лет! И это все сушило. Нету больше термина. Взгляни в глаза предателя! Ух ты, ёшкин ты. Что я могу сказать? Это же лакан. Да, наверное, сразу на руке. На руке его, короче, вынесешь. Опять! Узри, пламя Асинота! И... У него очень мощная сила героя. Ты ничего не знаешь о силе! Я готов выступать! Ну, хотел увидеть меня. Наверное, вынесу. Ой-ой-ой-ой-ой, он, наверное, провокацию будет. Еще и, наверное,
Хм. А как насчет ракетчицы? Тревог, на! Вы не достойны даже коснуться меня! Так, что делать, что делать, что делать? Делаю я провокацию, не провокацию. За нас, жада! Нифига себе! Ого! Ну, как мой хоба не стал. Да! Ушли. Победа! Твоя колода мага непобедима! Хм. Неплохо. Вот, здание. Теперь победа в режиме тренировки. В режиме тренировки тебя ждут другие герои. Ну, об этом мы поговорим уже потом. Всем покеда, подписывайтесь на наш канал.